нам для третьей задачи, которую комплексно предлагает решать Дотерра с помощью эфирных масел. Это иммунитет. И в отличие от предыдущих вариантов, когда у нас было две косметички, здесь целая коробка для удобства, которая собирает, да, тот самый волшебный прием. Сейчас мы до него дойдем. И что меня больше всего порадовало, для решения задачи иммунитет, Дотерра предлагает начать с самых простых действий, с гигиены своих рук. И внутри вы найдете жидкое мыло, в составе которого, конечно, есть запатентованный бленд On Guard, противовирусный, с корицей, гвоздикой, эвкалиптом, розмарином и апельсином в составе. Но вы найдете непривычную форму жидкого мыла. Обычно мы привыкли, что это такая плотная, тягучая субстанция, на которую надо нажать, надавить. Это будет жидкая водичка, но поверьте, это вот для самых умных пользователей. Как только вы нальете эту жидкую водичку в диспенсер, вы получите нужную пену, очень экономично работающую на задачу иммунитет, которая начинается вообще-то с простого домашнего антисептика в виде мытья рук, правильно. Все, все, что нужно, мыть руки перед едой, так предлагает Дотерра. Но это, конечно, все забавно. Как мы уже поняли из предыдущих обзоров, первый месяц – это мягкое, планомерное знакомство. А что же вообще такое задача иммунитет? Или что такое задача вывести воспалительные процессы из твердых тканей? Или восстановить свое равновесие душевное, спокойствие, вернуть в свою жизнь? Что же это такое? Кажется, что ты там выпил какую-то таблетку, и все, ты спокоен. Нет, давайте делать комплексно. И вот Дотерра так и говорит, это очень хороший юмор и правильное решение. Давайте мыть руки для начала, чтобы иммунитет у нас был хороший стимул. Раз. Самое главное, все удобно, потому что нас многие, кто покупает вот это мыло, потом пишут отзывы в чат, что о, это какая-то жидкая ерунда. Ну, вы просто добавьте это в диспенсер, и они тогда будут работать вместе. Ладно. Переходим от правильного баловства к очень здоровому применению. Кто ни разу не встречался с эфирными маслами, иммунитет и эта косметичка сделает все. Вы правильно зайдете в этот мир с нужным вариантом использования. И вы поймете, что это не просто поход в баню с эфирным маслом, где-то прекрасный аромат. Нет, это комплекс мер, который начинается, вот, например, с такого бленда. On Guard универсальный, спрос на него взлетел просто многократно с известной нам пандемией, потому что есть задача, конечно, использовать как настоящий антисептик. И что мы видим внутри? В этом наборе аж 3 эфирных масла по 15 мл. Первый, ну, конечно же, On Guard, наш любимчик. Концентрат яркий, четкий, который работает через стопы, через диффузор, нанося точечно на миндалины, полоскать горло, наносить на проекцию легких на кожу, естественно, разбавляя с базовым маслом 1 к 10. Вот все, что нужно с ним делать. Я очень люблю On Guard носить на воротнике своей толстовки. Подробное описание этого бленда можно найти по ссылке выше. Также внутри вы найдете дикий апельсин. Но кто с ним не знаком? Это такая чистая радость. Он входит, конечно, в состав On Guard. И дикий апельсин дает свою ценность антисептическим мерам. Даже одна капля на ладони. Вы дышите, но вы также убираете бактериальный фон. Самый радостный эфир. Я всегда говорю, что болеть можно грузненько, а можно очень весело выздоравливать. Вот апельсин дает возможность заходить в ситуацию, когда вам даже болеть не хочется. Настолько все радостно. Держите его везде. В машине, в вашей сумке, в рюкзаке, с собой, на работу, где угодно. Пусть этот эфир будет с вами, будет дарить радость, и вы не будете проваливаться в эти состояния, когда мы сами можем привлечь на себя большие болезни. Вдруг из-за плохого настроения. Так бывает. Диспензер, как диспензер. Нет, Джо Диспенза
как наш диспенсер, точно говорит, что с нейронными связями надо работать. Через апельсин это получается очень легко. Масло Purify. Я с ним еще не работала. Для меня это первая встреча. Масло, которое назначено для чистоты пространства. Работа через диффузор. Сразу после видео включаю и буду наслаждаться блендом. Бленд содержит в себе многообещающие эфирные масла. Лимон, ну конечно же. Сибирская пихта, лидеры по лимонену в составе. Цитронелла, лайм, чайное дерево и кинза. Кинзу мы сейчас попробуем узнать. Так, я чувствую кинзу. Ее ничем не спрячешь. Яркий лимон, яркий лайм. В принципе, надо, конечно, добавлять диффузор, потому что через диффузор эфирные масла раскрываются по-другому. Даже нанося на ладони и слушая эфир через бутылек, через концентрат, это уже другой запах. Пойдемте дальше. Что у нас есть в косметичке? Это очень элегантное решение. И опять же тот самый намек, а давайте следить за чистотой своих рук. Может быть, с этого начинается иммунитет? За чистотой пространства, да, мы, конечно же, не постоим и включим Purify Diffuser. Но пусть у нас где-то в сумке всегда будет On Guard. Это спрей для антисептических мер. Очень приятно, кстати, мы его любим, мы периодически заказываем. Расходуется он очень медленно, и потом вот в этой же упаковке можно разводить свой собственный вариант антисептика на основе On Guard, или даже апельсина, или даже Purify. Все, вы сами разберетесь, но это очень удобно, настолько просто и приятно. Это не спиртовая основа, это не вот эти пшикалки, которые даже не знаешь, наносить на себя или нет. Вот это хорошо, вот это я прям люблю. Что еще мы найдем в составе? А это теперь вы полюбите. Я фанат пасты On Guard. В принципе, у нас есть вся коллекция On Guard, то, что предлагает doTERRA, от капсул, которые принимаем внутрь, которые рассасываем на языке, и вы с ними еще познакомитесь. У нас первый месяц мы сегодня разбираем, а будет еще второй и третий. Это же комплекс мер на 3 месяца. Вот в первый месяц элегантный намек на чистоту, и в том числе чистоту полости рта. On Guard в виде зубной пасты. Что будет в составе? Во-первых, этот состав очень любят все эко-блогеры, кто берет на обзоры. Они, конечно, в восторге от пасты. Пасту doTERRA доработала. Там был компонент, который не очень всем нравился, кто за эко-составы. И doTERRA моментально убрала его из состава пасты On Guard и красную упаковку сменили на белую. И вкус стал лучше. В составе пасты вы найдете мяту, апельсин, корицу, гвоздику, эвкалипт, розмарин и грушанку. И грушанка, кстати, добавляет шикарный оттенок по вкусу. Мне очень нравится на вкус эту пасту. Я прям не люблю вот эти мятные всякие. Попробуйте. Это, во-первых, очень приятно. Но здесь внутри вы увидите такие тубы, которые будете использовать в походных условиях. Они очень удобные, небольшие, для того, чтобы вы попробовали, что такое. Потому что зубная паста – это история очень индивидуальная. Если не нравится вкус, послевкусие, ощущения на зубах, чтобы эмаль поддерживала хорошо, вы должны это попробовать, чтобы понять, подходит вам данный продукт или нет. Я фанат зубных паст. У меня просто калейдоскоп по выбору. И On Guard – один из приоритетных вариантов для заботы о полости рта и красивой улыбки. Финал. Красивая улыбка. doTERRA предлагает, ну что это за милота? Нить зубная с On Guard в составе. Это, ну, это так мило. Я до этого набора даже не знала, что такая позиция есть в основе. Хотя 5 секунд назад я сказала, что у меня вся линейка On Guard. И доставая отсюда зубную нить, On Guard такая, что? Почему у меня этого нет? Я за полостью рта очень внимательно заботюсь. Для справки скажу, что ирригатор – это лучшая вещь для гигиены полости рта. Механические щетки хороши,
может быть, кто-то знает, швейцарского происхождения, с тончайшей ворсинкой. Но электрические щетки правильные. О, это, конечно, как поход к стоматологу профессиональный. Ну и в ирригатор, вообще-то, добавить каплю эфирного масла OnGuard, это очень приятно. Или в свой ополаскиватель. Вот. Хотя OnGuard видеополаскиватель тоже есть. Обратите на это внимание. Вот такой интересный набор. Во-первых, это прям travel kit, который можно брать с собой. И вы будете комплектовать теми позициями, которые вам нужны. Самое главное, не расставаться с правильным решением на каждый день. Если уж решать комплексно какие-то глобальные задачи, типа иммунитета, ну что это такое? Конечно, это забота о себе, внимательная забота с правильными продуктами. И эфирные масла собирают ненавязчиво и грамотно вот такой подход к себе, к своему здоровью, к управлению своим состоянием. Ну что, до скорой встречи. Мы ждем второй месяц и третий по каждой позиции. И таким образом мы собираем здоровье человека из трех, всего лишь трех составляющих. Эмоциональная сфера, сбалансированная, крепкий иммунитет и, конечно, здоровье опорно-двигательного аппарата. В принципе, с этим уже можно жить. Хорошо, так уверенно. Но вы можете выбрать одну программу и с ней только поработать в течение трех месяцев, посмотреть, как хорошо вы можете изменить качество своей жизни. Сосредоточьтесь на одной задаче, на одном пункте по вашему здоровью, и из него выстраивайте все остальное. Расцветайте, будьте здоровы, и знайте, что для этих простых действий есть простые, понятные, четкие решения. Мы их и разобрали в этих видео.